Ну, я думаю, в свое время Библия все тоже объяснила, когда сказала, что Спаситель придет с севера. Je pense que la Bible à l'époque, elle a tout expliqué en disant que notre Sauveur, il va venir du nord. Так что ждите. Alors attendez-le. Хотя он уже давно пришел. Mais je pense que ça fait longtemps qu'il est là. Начиналось с того, что сюда прилетел гуманоидный десант, гуманоиды, то есть вот такие же, как люди. L'histoire des civilisations a commencé par l'arrivée des humanoïdes qui ressemblaient aux gens, aux personnes actuelles. Этот десант высадился на Земле, которая в древности называлась Гипербореей. Ну, немцы ее называли Толея, англичане называли Авалон. Это все об одном и том же. А в те времена климат был совсем другой. По сути дела, это была тропическая территория. И, собственно, эта гуманоидная цивилизация и начала проект развития Земли по образу и подобию. То есть первые христиане, по сути дела, появились еще задолго до Иисуса, там, в Гиперборее, 150 миллионов лет назад. То есть воздействие тонкого плана на север шли Солнце, а на юг с Луной. Это надо обязательно учитывать в ходе тех, собственно, цивилизационных волн, которые проходили здесь в социуме человечества. Но десант гуманоидных, как бы, пришельцев, он был не единственный на Земле. Здесь были десанты из Плеяд, из Ориона. Это был божественный проект космического масштаба, и в нем участвовали разные цивилизации космоса. То есть эти десанты прилетали сюда не просто так, а потому что они претворяли в жизнь божественный план. Но, к сожалению, в наш проект, вот этот земной, планетарный, вмешались и иномерные сущности, то есть из другого измерения. Этих сущностей называют рептилоидами. Они, к сожалению, навредили здесь не только, ну, как бы, чисто физически, но и генетически. У многих народов, в основном южных народов, потому что рептилоиды, они, в общем-то, к жаркому климату тянулись, вот, пошли очень серьезные генетические внедрения в их геном через них, через контакты. Таким образом, Земля стала полем битвы гуманитарных гуманоидных цивилизаций, которые, в общем-то, из других звездных систем нашей галактики в основном приходили, и рептилоидных, которые приходили из другого измерения. Но это единый божественный план. Вот это не надо путать. Цивилизации, которые сюда прилетали и пытались ввести, как бы, цивилизаторские функции, исполняя здесь на Земле, они все придерживались божественного плана. Чтобы было понятнее, я просто объясню из опыта истории и из личного опыта, объединяя вот эти два момента, для того, чтобы прояснить их. В истории человечества есть много сказок и легенд о том, что здесь когда-то жили феи, эльфы, гномы. Об этом пишут книги, снимают фильмы. На самом деле они здесь когда-то действительно жили. Но они и есть часть того десанта, который пришел на Землю помогать людям. Например, эльфы и волшебницы пришли из созвездия Плеяд. Возле центральной звезды этого созвездия, звезды Альциона, есть планета. Есть планета, которая так и называется, планета фей. Я был на этой планете, причем был не один, а с некоторыми из своих учеников. И нас там очень тепло и нежно встречали. И они говорили нам: мы все время наблюдаем за вашей жизнью. Если бы вы знали, как мы радуемся успехам вашего человечества, и мы всегда стараемся вам помочь. Я очень удивился, как вы нам помогаете. Вы думаете, откуда берутся идеи
ну, например, ваших японских садов. Это мы их навеяли. C'est nous qu'on a inspiré ces idées. Откуда ваш знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен брал свои сюжеты? Мы навевали вам эти сюжеты ему. Да, но я сейчас ближе к Андерсену, потому что они спросили. Мы вот, например, помогли создать ему сказку «Снежную королеву». Parce que nous, on a par exemple aidé à Andersen de d'écrire le conte La Reine des Neiges. А кто понял суть этой сказки, они спросили. Le sens de ce conte. Как вы думаете, что собирал Кай во дворце Снежной королевы? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il ramassait Кай dans le palais de la Reine des Neiges, à votre avis? Я, конечно, сказал, ну это же всем известно. Он собирал зеркало из льдинок. Да, justement, j'ai dit, j'ai répondu, tout le monde sait, il essayait de rassembler le miroir en rassemblant, en ramassant des petits glaçons. А они мне возразили. Mais ils m'ont contrarié. Нет. Он собирал свое искаженное злым волшебством сознание. Но il a essayé de rassembler sa conscience, qui était endommagée par le mal. Искаженное злым волшебством сознание. Он, mm-hmm. он собирал свое сознание, но искаженное злым волшебством. Mm-hmm. У нас у всех людей искаженное сознание. Мы неправильно воспринимаем мир. В ограничении человека. Оно не имеет как бы намерения уничтожить людей. Оно всегда имеет намерение подчинить людей. Почему? Потому что вся реальность этого мира строится на сознании человека. Если уничтожить людей, то не будет и мира. Поэтому у них задача не уничтожить, а подчинить, поработить. Если бы они хотели уничтожить, они бы давно это сделали. Технически они намного более сильнее. Они относятся к первой, к хтонической цивилизации. Они боятся Бога, но все равно все делают по-своему. Но у того же Ганса Христиана Андерсена есть еще одна сказка, которая может дать прояснение к этому вашему вопросу. «Пастушка и трубачист», помните? Трубачист уговорил пастушку выйти из того, ну, игрушечного мира, в котором она находилась, через трубу обещал ее вывести как бы во внешний мир. Пастушка пошла за ним. Они выбрались на крышу, и она увидела огромное звездное небо. И большой мир, который никогда прежде не видела. Испугалась. И сказала, пойдем назад в мой картонный домик. Il a dit au ramoneur, non, on va retourner dans ma petite maison en carton. Он начал ее уговаривать, но посмотри, какой прекрасный настоящий мир. Et le ramoneur, il a essayé de la convaincre, mais regarde ce monde merveilleux devant toi qui s'ouvre. И тогда она применила мощнейшее женское оружие. Et là, elle a sorti une arme très puissante, l'arme féminine. Упрек. Il lui rapprochait des choses. Она ему сказала. Elle a dit, я за тобою в звездный мир пошла. Moi, je t'ai suivi dans ton monde plein d'étoiles. А ты за мной назад в трубу не хочешь? Mais toi, tu veux pas rentrer dans le cheminée avec moi, à nouveau? Ну, в этом как раз суть этих ограничений. То есть, если человека изначально ограничивают, то настоящий, истинный мир его пугает. То же самое происходит сейчас в этом мире. Бог дал новые перспективы развития. Бога человеческие. А люди боятся. Mais les gens ont peur. Они просто боятся этого. Ils ont peur, tout simplement. Им говорят, посмотрите,
Et от рака можно излечить вас. On le montre qu'on peut guérir, par exemple, des cancers. И органы, которые у вас отрезали, можно восстановить. Et on peut rétablir les organes qui étaient retirés. И можно еще делать много-много всяких разных чудес. Et on peut faire beaucoup d'autres miracles. Интересно и содержательно жить. А они боятся. Mais ils ont peur. Они говорят: нет, нет, этого не может быть. Ils disent que non, non, ce n'est pas possible. Потому что этого не может быть никогда. Parce que ce n'est pas possible. Потому что у нас в жизни никогда этого и не было. Мы привыкли рожаться. Nous avons l'habitude заболевать. D'être malade, мучиться, de souffrir, умирать, de mourir. Посмотрите, какие у нас красивые кладбища. Regardez nos belles cimetières. Какое удовольствие в них гулять. On prend plaisir de se promener dans ces cimetières. А посмотрите, какие у нас замечательные аптеки. Et regardez les pharmacies qu'on a construites. Сколько там всяческих лекарств. On peut trouver tous les médicaments possibles. А вы нам тут какую реальность хотите устроить? Не болеть. Et regardez, vous nous proposez votre réalité pour qu'on tombe pas malade. Не стареть. Pour qu'on vieille plus. Не умирать. Qu'on meure plus. Мы к этому не привыкли. On n'est pas habitué à ce genre de choses. Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. В каждом человеке есть эти гигантские объемы знаний. В каждом атоме, в каждой молекуле, в каждой клетке. Это все знания, знания и знания. Но человек не имеет ключа к этим библиотекам. Этим ключом является яснознание, ясновидение, ясночувствование. Это дополнительные качества самого человека. Это то, что раздвигает горизонт его развития. Мир становится больше и интереснее. Но это работа по совершенствованию самого себя. А люди говорят: да вы что, мы и так работаем с утра до вечера. А вы нам еще подкидываете какую-то работу. У нас вообще свободной минуты нет. И опять то же самое. Оставьте нас в покое. Мы так привыкли. Проснулся, сходил в магазин. Зашел в кафе, покушал. Nous sommes habitués à notre vie quotidienne paisible. On se lève, on va dans le magasin, on mange. Потом на работу. Après on va au travail. Потом еще что-нибудь сделал. Et après je fais, on fait encore autre chose. Смотришь, день прошел. Et après on regarde. А на следующий день то же самое. Et le lendemain on recommence la même chose. Потому что по космическому закону уровень общения – это ясновидение. Если люди не доразвились до ясновидения, контакта не будет. Почему, например, великий композитор Стравинский создал светомузыку? Потому что свет и звук, они соединены, они неразрывны. Звук – это просто другое состояние света. Они приходят, это приходят души, они приходят с разных планет, с разных созвездий. Это тут тоже надо понимать, что у них разные все-таки программы. У них есть какой-то предыдущий опыт развития. Ils avaient déjà leur propre expérience avant. И у всех разные. Ces expériences sont différentes. И они приходят сюда дорабатывать то, что еще не наработали. Тех других местах. Все идут по определенному космическому пути, нарабатывая определенные качества. Parce que chacun en fait vient suivre sa voie cosmique pour développer certaines qualités. И иногда это прорывается. Et parfois ça s'exprime. Например, кто такой композитор? Par exemple, как он пишет музыку? Compositeur, comment il écrit sa musique? Любой композитор слышит музыку своих клеток, клеток своего тела.
Каждая клетка имеет свой голос и постоянно поет свои песни. И композитор слышит этот внутренний голос. Можно даже сказать, что внутри нас постоянно звучит геном оркестра. На основе этого звучания можно создавать звуковые коды, которыми через планеты определенные можно воздействовать на физическую реальность нашего мира. Но это уже сложный уровень воздействия. Это не значит, что каждый, кто захотел, у него получится. Ну, есть специальные методики. Мы их разработали. Они постигаются на базовом курсе и трех ступенях обучения. Базовые курсы, потом первая, вторая, третья ступень обучения. На этих занятиях дают не только методику процесса, но и практику. У нас есть методисты, специалисты, которые этим всем владеют. Они все ясновидящие. И у большинства людей, которые проходят эти курсы, не у всех, но у большинства, открывается ясновидение. Вот так же, как сейчас в обществе работают фабрики звезд, вот их начинают воспитывать лучшие преподаватели, учить и доводят до состояния, ну, как бы звездной известности. У нас такая же фабрика ясновидящих. В любой стране, где мы начинаем это делать, появляется очень много новых ясновидящих. Потому что ясновидение – это расширение возможностей человека. То есть у него появляются каналы взаимодействия с духовным миром. Растет человек, и растет мир вокруг него. В основе все равно всего находится божественный идеал. La base de tout, c'est l'idéal divin. Мы все клеточки одного божественного идеала. Nous sommes tous les cellules de l'idéal divin. Но у всех у нас как бы свои ракурсы восприятия. Мы все похожи друг на друга. On se ressemble. Две руки, две ноги, одна голова. Deux mains, deux jambes, une tête. И все такие разные одновременно. Mais en même temps, on est tous tellement différents. Вот оно как раз подобие тождества. Подобно, но не тождественно. Так и здесь. Identique. В основе всего божественный идеал. Мы все немножечко похожи на Бога. On ressemble tous à Dieu un petit peu. Но только когда устремимся к Нему, достигнем общения с Ним, услышим Его голос. И то, что Он нам говорит, только тогда мы станем богами. Когда у нас будет идеалом Бог, и мы будем ориентироваться на Него, у нас появится единое целеустремление, Но у большинства людей не Бог идеал. Они ориентируются на другие как бы символы знаний, на авторитеты, ну, где угодно, в медицине, в политике, там, можно перечислять. И для них важнее, что сказал тот авторитет, чем Бог. Вот это надо изменить. Мир должен быть божественно целеустремлен. И тогда в мире воцарится мир. И justement, on va avoir la paix dans le monde. И не будет разномыслия, потому что люди будут позитивно переустроены. У нас, кстати, сейчас очень много приходит на наши занятия ученых, врачей. Причем идут люди с такими званиями, авторитетами, которые сами написали много книг. Они сейчас идут учиться и не считают, что это унизительно. В истории вашей Франции есть прекрасный пример. Один из тех, кто сумел укротить чуму, Мишель Нострадамус, был одновременно ясновидящим. И ни одна из его часть
ни ясновидящие, ни врачебные не мешали друг другу. Более того, они друг друга усиливали, помогали. Оказалось, что врачебный опыт, усиленный ясновидением, привел к фантастическим результатам. Вот. Человек теперь известен во всем мире. Когда я говорю, что есть другие пути решения, не чисто медицинские, я не выступаю против медицины. В моей личной жизни был опыт, недавний буквально. Когда у меня был инсульт, кровоизлияние в мозг, я был парализован, почти ослеп. И если бы врачи не провели реабилитационные мероприятия, ну, реанимация, она отработана у них, у врачей просто великолепно, то до моих духовных технологий дело бы не дошло. Врач подходил к моей кровати, смотрел на меня так, с сожалением, и говорил: ну ничего, месяца три полежишь у нас здесь, мы тебе будем слюни вытирать, потом год-другой будем учить ходить, разговаривать. Раз сразу не умер, то еще поживешь. А я его слушал и думал про себя: нет, у нас в небесной больничке лечат побыстрее. И уже приблизительно через неделю на колени вставал. И justement, dans une semaine, je pouvais me lever légèrement. И уже разговаривать пытался. И уже commençais à parler. А через три недели пошел, даже хотя и кидал от стены к стене. И dans trois semaines, j'ai pu marcher, même difficilement. В общем, они меня через месяц отпустили. J'étais relâchée dans un mois finalement et je suis sortie. Этот случай так поразил моего лечащего врача, то есть врача, который меня лечил, профессора, что приблизительно через месяц, когда я уже начал проводить семинары, он пришел ко мне на занятия. И потом уже мы с ним еще встречались, он говорил, что те люди, которые одновременно со мной поступили к ним в отделение, еще и год спустя их возили на каталочках и кормили с ложечки. Это пример того, что медицина и наши ясновидческие возможности могут усиливать друг друга, а не мешать друг другу. Дело в том, что моя история немножко все-таки особенная. Je peux vous dire quand même que mon histoire elle est un petit peu particulière. Мир делится на сверхсветовое состояние и досветовое состояние. Любая звезда – это пространство перехода из досветового состояния в сверхсветовое и обратно. То есть это реактор и разгона света, и замедления света, в зависимости от того, куда, в общем-то, целеустремление человека ведет. Когда попадаешь сюда, забываешь о всей своей предыдущей жизни. Но при открытии духовного видения к тебе на помощь идут определенные духовные сущности, которые начинают рассказывать тебе о себе. То есть я бы ничего этого не узнал, если бы они мне обо мне это не рассказали. И отец сказал мне: да, ты был в темной вселенной, когда мы с ним встретились. Ты был в темной вселенной. И добавил: ты первый, кто вернулся. То есть оттуда никто не возвращался. Первый, кто оттуда вернулся. Потом он мне сказал: я всегда был с тобой. Я никогда тебя не оставлял. И дал пояснение. Il m'a expliqué. Ведь ты же мой сын. Parce que tu es mon enfant. Tu es mon fils. Я вот после этих слов у меня какое-то было непонятное состояние. Я растерялся. Я говорю: как? Как это может быть? Кто я и кто ты? Как это можно вообще сравнить? Как я могу быть твоим сыном?
кажется. А там в стороне еще Игорь стоял, но не в стороне, вот так, чуть-чуть рядышком. И такое возмущенное лицо сделал, что, мол, что ты несешь? Отец тебе говорит, что ты его сын, а ты тут чего-то возражаешь. Как ты смеешь возражать? Вот такое у него было выражение лица. Но отец видел мою растерянность. Он понимал, что я растерялся не потому, что не хочу этого родства, а потому что просто несопоставимо в моем представлении, кто Бог и кто я. И тогда он добавил, но это же я тебе говорю. Какие тебе еще свидетельства нужны? Justement, après, il a ajouté, c'est moi qui te le dis directement. Tu n'as pas besoin d'autres témoignages. Ну, это вот все разъяснило. Voilà, ça éclaire les choses. То есть на протяжении этих 20 лет, с тех пор, как это все случилось, я день за днем узнаю о себе столько невероятного, что просто вот, не знаю, еще столько книг можно написать. Причем отец завел меня в свою библиотеку. В библиотеку свою. И там меня притянуло, тоже был очень интересный момент. Меня притянула одна из книг. Я подошел, открыл, она пустая. Там ничего нет, ничего не написано. Чистые листы. Увидел эту мою немую сцену удивления. Почему в книге ничего не написано? Il m'a approché, il m'a dit, il a vu que j'étais étonnée. Очень осторожно взял у меня из рук эту книгу. Il a pris ce livre de mes mains. Закрыл. Il l'a fermé. Поставил на место. Il l'a remis sur place. И сказал: «Это книга, которую ты еще не написал, но ты ее обязательно напишешь. Видишь, она уже здесь стоит». Et il m'a dit justement, ça c'est le livre que tu n'as pas encore écrit, mais tu vas là, écrire obligatoirement. Видимо, это будет какая-то очень важная книга, но я, собственно, знаю, какая будет книга, потому что на обложке там было написано «Золотая Библия». Вот еще чего предстоит написать. По сути дела, сказки начинают переплетаться с реальностью и становятся вот действительной жизнью. И не знаешь, где ты. Одной частью ты все время в этих совершенно нездешних сюжетах, а с другой частью все время здесь. Когда ты там, тебя отец водит не только по этой галактике, он меня и в соседней галактике увозил, вот в том области Андромеды были, и там было огромное собрание, где встречались все представители тех цивилизаций этой гигантской галактики, я там выяснил вообще, никогда бы даже не подумал. И вот там выяснилось, что туманности Андромеды – это яйцеклетка космического масштаба. А галактика – Млечный Путь, в котором мы находимся. И la galaxie, la voie lactée, sur laquelle on se trouve. Это сперматозоид космический. И они скоро объединятся, оказывается. Они идут навстречу друг другу для объединения. И рождение, в результате этого слияния возникнет новая Вселенная. Вот что происходит в космосе. А мы тут сидим и не знаем. Voilà ce qui se passe dans le cosmos, mais on est là, assis, on ne le sait pas. Когда мы с Игорем Арепьевым начали все эти, так сказать, совместные действия, встретились и начали вместе работать, мы одновременно учились там. Сначала в надзодиакальный, 13 класс есть так называемый, то есть над зодиаком, потому что зодиак, звездные системы зодиака – это программа развития земной жизни. Потом мы учились в школе Христа, была такая школа Христа. И потом уже после школы Христа мы учились в школе Создателя. И во время занятий отец нам сказал, что кроме нас двоих
и еще одного человека, он вообще в этом мире никого не учил, никогда. И потом сказал, что до вас был еще один ваш брат, который учился здесь раньше. И он показал этот образ, то есть там, ну, там очень просто все, там раз, и голограмма возникла. Это как раз был Григорий Гробовой. Поэтому я всегда точно знал, кто он, и никогда на него не накидывался и не набрасывался, когда тут с ума все посходили и начали его во всем обвинять. То есть я всегда знал, что он сын Создателя. И что он говорит правду. Ну, собственно, сейчас к этому все прошло. Вот все ученые, которые его там обвиняли, критиковали, вдруг все начали говорить о том, что это правильно, что это верно, что вот его не поняли, и начали вот выкручиваться, мягко говоря. В России, это правда? Он был, потому что мы созванивались, он был в Москве. Да. Когда он был в Москве, мы с ним... Но это было в ноябре прошлого года, я не знаю. Потом он опять уехал, я не знаю, снова ли он вернулся или как. Он как раз мне позвонил после этого инсульта. Когда со мной случился инсульт, он позвонил и сказал: «Аркадий, я посмотрел, у тебя все клетки светятся, будем жить вечно». Вот как он сказал. И вот так живем. Другие услышат, скажут: два сумасшедших разговаривают. Синодка на зонтай молодец, или пуки парня. Nous avons eu une expérience en Russie, justement. Там есть очень известный ученый, академик Полетаев. Nous avons notre académicien Полетаев, très connu. Он все время наблюдал нашу работу. Он, ну, это у него как бы традиционно, потому что он входил в состав всех государственных комиссий по изучению экстрасенсов. Он нас порекомендовал в самый крупный институт акушерства и гинекологии, как-то он так называется, второго медицинского института Москвы. Директором этого заведения был его друг, поэтому нас там очень легко и радостно встретили. И мы начали там свою работу. Вместе с Игорем Арепьевым. Мы у многих женщин восстановили репродуктивные органы, которые у них отсутствовали. Причем некоторые из них даже после этого родили уже детей. То есть эти органы безупречно выполняли свои функции. Кроме того, мы там восстанавливали щитовидные железы. Многие люди просили, мы восстанавливали. Это тут же проверялось и на УЗИ, и на томографах. Проверялось гормональным статусом. Есть такое исследование, самое точное исследование. То есть вырабатывает ли это восстановленная щитовидная железа те гормоны, которые она должна вырабатывать. Результаты были просто потрясающие. Воодушевленный всем этим директор вот этой больницы, значит, решил сделать доклад в Академии медицинских наук. Поделиться радостью. Он сделал доклад. Академики переглянулись. Les académiciens se sont regardés dans les yeux. И через неделю сняли его с работы. Il était renvoyé une semaine après. И вам спасибо за внимание, за праздник общения, за то, что вы настроены передать эти знания другим людям и расширить их понимание о мире. Потому что все, в конце концов, приходит к этому, к правильному пониманию мира. Я могу кратко сказать: верной дорогой идете, товарищи.